Девчонки, отходите назад отсюда. Давайте все вместе скажем большое спасибо. Образцовый художественный коллектив, хореографический ансамбль «Дети солнца» показали нам удивительнейший танец. Да, давайте уже скорее к нам, давайте знакомиться. Елена Абрамова, автор и создатель сценических костюмов для танцевальных коллективов. Ребят, чуть-чуть, еще прям вот ближе к своим фотографиям, к телевизору туда. Вот туда, да. И знакомимся, Галина Булгакова, руководитель ансамбля. Доброе утро. Доброе утро. Галина, сначала к вам вопрос. Это направление, это, наверное, что-то типа контемп, да? Или что это? Ну, да, это на основе контемпорари, это современный танец с такой, ну, некой эстрадной, наверное, обработкой, с красивой подачей. Девчонки попросили, это ваша инициатива? Кто придумал? Кто придумал именно это взять направление? Это направление, ну, у нас ансамбль современного танца. Нам нравится, наверное, быть в таком эксперименте, в современном течении, в понимании жизни, как-то вот в ногу со временем. А вот как вот такие танцы вообще оценивают? То есть их по синхронности? Вот вы же ездили недавно на очередные какие-то конкурсы, там, соревнования. Да, мы во вторник буквально вернулись с города Казань, где стали обладателями Гран-при. Поздравляем! Поздравляем! Как раз этих девчонок надо поздравлять, да? Этих девчонок нужно поздравлять. Поздравляем. Большие молодцы. Да, и если возвращаться к вопросу о том, как это оценивают, вот как раз-таки благодаря Елене, да, члены жюри отметили, что костюм вот именно этого номера создает такое ощущение, когда хочется отключиться, не оценивать, а просто вот создается такое облако впечатлений, в которое хочется нырнуть и в нем вот находиться. Поэтому внешний вид — это, ну, такая изюминка, наверное, наша. Елена, ну вот тогда теперь к вам, да? Как вы облако это сделали? Подожди, нет. Сначала вопрос, ну, действительно, вот ткань подобрана таким образом, что мы тоже немножко засмотрелись. Она как будто отдельно танцует от девчонок. То есть есть танец девчонок и есть танец ткани. Вы сначала должны были посмотреть на танец, и только после этого вдохновляться? Да, конечно. Ну, по крайней мере, у меня это так происходит. Мы смотрим кусочки какие-то, может быть, даже просто рабочие наметки. Уже все равно видно, что за настроение у номера, какая мысль. Хореограф всегда потом посвящает в идею. Я как-то этим пропитываюсь, и приходит какой-то визуальный образ. Хочется, допустим, если девчонки танцуют, у них есть, ну, вот эта тема облаков, да, какой-то легкости, какого-то поиска, юношеского, не знаю, взросления, может быть, чуточку. И хочется это подчеркнуть, и вот здесь как раз выходят какие-то моменты, за счет чего это можно сделать. Легкость мы подчеркиваем тканью, фасоном. На фотографии что-то подбрасывают. Сегодня не было ничего. Потому что у нас здесь, если подбросишь, оно там застрянет. Да. Это как раз тема. Есть какая идея у этого номера? Это вообще это про мечту. Мечта? Да. Ну, вот это как метафора того, летать в облаках. Когда мы начинаем мечтать, и вот облако — это как символ того, что мечту можно удержать в руках, но ее нельзя почувствовать. То есть вот такое создание своей мечты, дотянуться до нее. Галина, ну вот в этом плане, насколько важно вообще костюм хорошо подобрать? Может быть, девчонки и станцуют и без этого, и мечта и так будет понятна. Как вы видите, у нас даже прическа на каждый номер отдельная, потому что именно образ, вот как говорят же, встречают по одежке. Вот, наверное, и здесь то же самое. Танец без образа — это уже не танец, это просто механическое движение. Здесь важны все детали, поэтому костюм, он, конечно, отражает именно вот атмосферу, наверное, создает. И, ну, некий такое погружение вообще, кто они и о чем они. А мне еще кажется, когда артист выходит на сцену, у него есть определенный образ. У танцора есть только его тело. Да. У него нет голоса, он не может что-то объяснить. Поэтому чем больше мы зрителю дадим визуального эффекта, тем больше он погрузится в глубину и поймет идею. Но у вас бывало такое, что вот буквально совсем чуть-чуть осталось, скажем, вот в общем-то все готово, и вдруг, вы понимаете, не хватает какой-то там вот штучки, какой-то, не знаю, рукавчик какой-то особый. Такое бывало? Такое обычно бывает на примерках. То есть первая примерка, она всегда очень волнительна. там что-то такое происходит, и бывает, что именно на первой примерке мы что-то меняем. Угу. Да. То есть девчонки уже немножко пытаются движение, да, показывать? Ну, что-то мы перед этим видели, потом мы смотрим, как это все сидит. И да, бывает, что с мастером мы тоже смотрим, обсуждаем, и чуть-чуть приходится что-то менять. А про цвета ткань, это исходя из остатков... Почему такие цвета? Синий, фиолетовый, разные? Почему разные цвета, а не один? Это все время что-то такое эфемерное, и вот как раз фиолетовые оттенки, они наталкивают на вот эту эфемерность, какую-то магическую силу, загадочность. И вы вот входите тоже вот в этот какой-то экстаз магический. Цвет здесь играет немаловажную роль, я вам скажу. Ну, они переливаются как-то, да, между собой, получается какой-то... Особенно еще вот на фотографии, которая на экране, и там, когда на сцене вот софиты, да, вот свет, по-другому еще костюм, сразу так перламутр какой-то добавляется. Красота! Да, у нас есть еще заставка прям такого закатного неба, и там вот как раз-таки эти оттенки создают вот... ощущение мечты, наверное, какого-то романтизма. А что дальше? Вот вы уже заняли гран-при, что теперь, какие планы? Ну, как я всегда детям говорю, и сама так ориентируюсь, места — это не самое главное. Главное — это вот темы, которые мы с ними обсуждаем, и тот путь, который мы проходим именно в хореографии, изучая телесность, изучая вот, что такое образ, как мы себя подаем вообще... Ну вот смотрите, мы сегодня про образ как раз пытаемся понять максимально. Было ли такое когда-нибудь, что, ну вот девчонки, например, как-то не очень, то ли не очень прочувствовали танец, то ли просто скисли там, я не знаю, хандра осенняя, потом вдруг надевают костюм и такие, опа, вот оно. Сцена лечит. Можно у девчонок спросить. Ну вот мы вот не подготовились, микрофон мы не вынесли, поэтому либо кивните вот так, либо... Придется отвечать вам за девчонок. Да, придется вам. А вообще, кстати, Елена, у меня вопрос. А вы сами как-то тоже танцуете? Конечно, у меня же большой танцевальный опыт. Вот мне кажется, именно от этого все пришло. Потому что я могу на себе почувствовать, как танцор, в костюме должно быть удобно. Если мне удобно в нем двигаться, это переносится на обычную одежду. Если удобно двигаться, значит, ты будешь комфортно себя чувствовать. То есть вы сначала на себя примеряете, проверяете? Я уже примерно понимаю, как это будет. И мы, опять же, обязательно на примерках, когда это все делаем, я всегда задаю девочкам вопрос. Попробуйте что-то подвигаться, посмотреть, удобно вам или нет, потому что это важно. Если костюм неудобный, ну, будет дискомфорт. Я знаю, какой надо задать вопрос девчонкам, на который они смогут ответить телом и жестом. Так. Подскажите, пожалуйста, вам удобно в этих костюмах? Должен показать? Типа, да, классно, здорово. Во! Получилось, смотри, ответ понятный. Нам понятен ответ, да. Все-таки бывает такое, что больше танец понятен? Коротко. Бывает еще обратный эффект, когда нужно привыкнуть к костюму и научиться его подавать. Но бывает такое, что да, если тело не справляется, то за тебя может сделать атмосфера для зрителя более понятной. Делаем финальный вот такой вот эту волну, но я предлагаю и Галине, и Елене тоже присоединиться. И напомню о том, что Елена Абрамова, автор и создатель сценических костюмов, Галина Булгакова, руководитель ансамбля «Дети солнца». Просыпайтесь!